Первая долгожданная осенняя сельскохозяйственная ярмарка в Ульяновске прошла в Засвиярском районе у торгового центра «Звезда». Такой формат торговли востребован как среди горожан, так и среди сельхозпроизводителей региона. И это очень радует, то, что действительно мы, опять же, даем возможность горожанам сегодня, когда это очень важно, доступным ценам представить продукцию от первого источника, то бишь от производителя. Ну и, как вы видите, соответственно, и овощи, которые сегодня здесь присутствуют, это все, практически весь борщевой набор в объеме 55 тонн. Это достаточно объемный, такой внушительный объем. Цены на ярмарке существенно отличались от тех, которые мы наблюдаем в торговых сетях. Так, капусту продавали по 10 рублей, картофель можно было найти по 16 рублей, морковь по 15 рублей. Цены вполне устраивают, особенно на овощи. Это гораздо дешевле, чем в магазинах, на рынках. И овощи хорошего качества. Но что касается мяса, то, конечно, на уровне рынков и магазинов. Ну, надо отметить хорошую организацию. Овощи, особенно расфасованные, в такой небольшой расфасовке, до 5-5 килограмм. То есть это вполне по рукам. Торговля велась с 262 машин с самого раннего утра. В ярмарке приняли участие фермеры и производства со всех районов области. Наш сельхозкооператив образовался в августе 2020 года. У нас более 40 человек, членов кооператива. Производим, мы занимаемся в основном молочной продукцией. Производим молочную продукцию и изготавливаем сыры ручной работы. То есть у нас есть козья ферма своя собственная, и из этой, то есть из козьего молочка мы делаем очень много, варим много сыров. В ярмарке активно участвовали фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Мы выращиваем индейку, мы выращиваем кур, мы делаем полуфабрикаты, то есть копчености с индейки, разделываем индейку. У нас сейчас в хозяйстве, если брать вместе кур в совокупности с индейкой, 1800. У нас свой колбасный цех, у нас своя коптильня, у нас свой убойный цех, кормоцех. Владельцы личных подсобных хозяйств тоже порадовали своей продукцией. Среди них было много пчеловодов со стажем. Мед исключительно хороший, чистый, кочуем, ездим. Липа, гречка, смотрите, настойки, перга, пыльца, пожалуйста. Ну, чтобы все есть. Для ярмарки самый товар. А пчеловод с полувековым стажем из Старомаинского района Виктор Курбаков приехал на ярмарку со своей 93-летней матерью Валентиной Семеновной Курбаковой, которая тоже торговала выращенными ей тыквами, морковью и яблоками. Люблю землю, люблю город. Люблю арбуз, у меня какие арбузы растут, дыни. И сейчас бы кто приехал, вас бы угощил всех арбузов дынями. Лежит мы еще весь ноябрь приедем арбузы. Лежат дыни. Так что ко мне приезжайте из города за арбузами. Что только не было на ярмарке. Валенки, варежки, носки, чтобы подготовиться к холодной зиме. А напротив, настоящая печь на колесах, в которой супруги Парамоновы пекли ароматные перепечи с разными начинками. Голодным никто с ярмарки не ушел. Садоводы могли приобрести саженцы разных сортов. Семеноводческое хозяйство поселка Тимирязевский предлагало яблонь, смородину, малину, вишню, адаптированные к нашей местности. По сложившейся традиции была организована развлекательная программа. Работали консультационные площадки, социальные такси. Даже можно было пройти флюорографию и привиться от коронавирусной инфекции. Главное – иметь при себе паспорт. По информации Минсельхоза, горожане в ярмарочный день приобрели почти 3 тонны говядины, около 6 тонн свинины, 2 тонны мяса кур, почти 2 тонны рыбы, 54 тонны овощей, около 65 тысяч яиц, 5 тонн сахара и почти 4,5 тонны муки. Следующая ярмарка развернется 8 октября на улице Минаева в Ленинском районе. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.